Всем привет, друзья, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чегериаут, а это реакция на тизер, трейлер сериала Оби-Ван Кеноби. Этот день настал, вообще просто с ума сойти, как круто. Печально то, что сейчас такое время, и непонятно, как бы, конечно, вообще будет ли у нас YouTube. Я думаю, проблем не будет посмотреть, найти где, потому что мы все-таки в Рашке живем. И думаю, как-то с трудом добудем этот сериал смотреть. Вот, я очень надеюсь, то, что я смогу записывать реакции и выкладывать их в YouTube. Что, конечно, под вопросом пока. Вот, но обязательно буду снимать реакции. Посмотрим пока, не знаю, где будет все это дело выкладываться, но, скорее всего, на YouTube. Что я хочу сказать? На книгу Бобу Фетта не снимал, потому что что-то казалось, что никому не интересно будет, но писали комментарии, типа, что, где реакция на книгу Бобу Фетта. И я, конечно, пожалел, когда вышли вот 5-6 серии. Ну и дальше, потому что там такие интересные повороты были, и когда появился Кэт Бэйн, я вообще заорал, я на всю комнату заорал, обрадовался, вот. Сейчас давайте смотреть трейлер, где-то я его видел на русском языке. Уже столько реакций вышло, с ума сойти. Я еще не нашел, погодите. Тизер. Вот только что был. Куда-то делся. Ну, на русском нету, короче, пока, похоже. Давайте посмотрим английскую версию. Уже не могу ждать. О, кошмар. The fight is done. We lost. Круто. Stay hidden. Мурашки. Один из любимых саундтреков. The key. Зидер. To hunting Jedi. This patience. Jedi cannot help what they are. Their compassion leaves a trail. The Jedi Code is like an itch. He cannot help it. Where is he? Мая. Блин, быстрее бы. Короче, ну то, что инквизиторы будут, мы знали, но не все еще, конечно, нам показали. Мы все знаем, что там появится у нас Энакин, точнее Дарт Вейдер. Вот, но пока давайте быстренько пробежимся. У нас тут что, в общем, Татуин. Интересно, а сколько он нам попадется, тут нет.
Но будет очень-очень круто. Ладно. Очень классная сцена, где он сидит и наблюдает за Люком. И то, что он там мечтает, ну, этот, типа, летчик-истребитель. Он же, ну, с детства, типа, мечтал. Это тоже очень круто. Ключ поимки джедая. Вот знакомое место, как будто вот куда летит этот инквизитор. Как будто что-то я подобное видел в «Войнах клонов». Нет, вряд ли. Так, инквизиторы, короче, как-то добрались до Татуина, видимо. Если это был Татуин там. А как они могли понять, что он там? Фиг знает. Так. Ну, скрывается, в общем. Оби-Ван Кеноби. Тут что, получается, три инквизитора, что ли? Вот они за столом сидят. И вот это... женщина. Я вот не помню, конечно, чтобы темнокожая была. Возможно. VT7. Фиг знает, даже непонятно, что это за город такой. Пока что. Так, ну у нас главнокомандующий, или кто это она, я не знаю по званию, забыл я, как там звания определяются. Но тоже женщина. Потому что Дисней. А, ну, кстати, он тоже в этом городке. И он видит, видимо, наблюдает, может, со стороны. И классно то, что у нас тут штурмовики есть. Блин, вообще инквизитор крутые, особенно вот то, что этот меч крутится. Шикардосина. Ну это, наверное, Корусант. Так. А, смотрите-ка. Все-таки за Ларсом, по-моему, этот. Это все-таки Ларс, по-моему, скрывался. И он, наверное, что-то знал. Она, может, спалила это как-то. Перестрелка. Непонятно, все темным, темно. По-моему, это совушки были. Ну, классно. Тизер глянули. Не знаю, буду ли смотреть трейлер. Совсем чуть-чуть осталось. Можно и потерпеть. А можно, нет. Как вам? Что скажете? Просто у нас в России кто-то выложил себе английскую версию. Шикардос. Нет дубляжа пока почему-то. Может, тут вообще уже настолько забили, даже не сообщили о том, что сейчас выйдет трейлер. Студиям ничего не сказали. И что-то... Ну, я не знаю, почему-то все... пропустили это как-то. Как бы уже видно было то, что у него сегодня открылись аккаунты, ну, в соцсетях. И уже можно было понять, подумать, что будет тизер или трейлер. Ну, я, собственно, так и думал. Но почему-то у нас в России пока никто не пошевелился и не предоставили перевод. По сути, это всего лишь тизер, и там не так много фраз. Можно было бы перевести. Вот, реакция, может, была не такая прям. Вау, ничего себе. Потому что, собственно, мы ожидали увидеть инквизиторов.
Вот если бы я увидел Энакина или Дарта Вейдера, ну, то есть Дарта Вейдера, то да. Только сейчас вот не помню, какое время тут будет проходить, потому что вряд ли мы увидим Дарта Мола. Хотя, может, повстанцы, потому что вот, блин, все там в одно время практически. А, ну-ка. История начнется. Где? Че? Спустя 10 лет, да? Вот сейчас надо вспомнить. Я, короче, не помню. Но если вы помните, напишите. 10 лет. Мальчишке получается 10 лет. После... Не помню. Короче, сейчас вообще нифига не вспомню. Пишите. Пишите в комментариях, как вам. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.